историю. Осталось летать на Луну или на Марс и поставить точку в наших путешествиях. А у меня вопрос самых внимательных и наблюдательных. Как вы считаете, в чем отличие дельфинарий Луны от всех остальных? В открытой среде море, совершенно верно. А если быть очень точным, то все артисты проживают в естественной среде обитания. Это море. Будь то белуха, прекрасная львица Жужа или следующие артисты, которые точно не нуждаются в представлении. Кто это? Конечно, дельфины, ведь вот дельфинарии, и дельфины здесь подаются на десерт. А у меня вопрос, еще один вопрос к вам. Кто из вас прекрасных видел дельфинов в Черном море? Поднимите руки, я задам вам нескромный вопрос. Зачем вы пришли в дельфинарий? Посмотреть дельфинов, да дельфины в море плавают. Молодец, посмотреть представление, посмотреть шоу, которое ждет вас прямо сейчас. Встречайте, короли Черного моря, дельфины! Полина приветствует вас громко! О, красавца! Запипело, запурлило море черное от такого появления. Знакомьтесь! Справа налево тренеры дельфинария Алексей Пушкарь и его друзья Ной, Макс, Кристина Горбиенко, Зак, Лето! Ох ты! Там все такие дельфины всегда взрывы, волны, пиреты, мазки, спецэффекты. Она начинает прямо сейчас играть с дельфинами на большом утреше. И первое. Самое простое упражнение нужно просто перепрыгнуть через веревочку. Но просто это только на первый взгляд. Сейчас дельфинчик доставит колечко в руки тренера. Тренер укрепит его на стене и не поднимет препятствие на боре. На стартовой позиции ждет прыжка за. Свой прекрасный прыгучий результат. То есть дельфинам достигнет высоты 4 метра. На старте Ной. Ной остался возле ведерка, а Макс легко достигнет рук Алексея. Вот еще один рекорд! Триатлон ловли маленького мяча. Прекрасный результат показал Лето. И какая картина будет ждать нас после окончания программы во время розыгрыша лотереи. Дельфин также выйдет на сцену и отдаст мяч в руки тренера. А сейчас отправимся в путешествие. Путешествие по Черному морю. Тренер Алексей и дельфин Макс собираются
на морскую прогулку. Тренер, счастливого пути! Картину. И мы принимаем самое активное участие. Будем расшифровывать, что же пытается сказать дельфин Ной языком живописи. Итак, первые штрихи неуверенно, но верно наносит Ной. Что этот цвет зеленый может значить для дельфина? Пофантазируйте. Водоросли, например. А в это время Зак и Лето весело жонглируют мячом вместе с прекрасной Кристиной. Красный цвет уже! Что это? Что этот цвет может значить? Рыбка, кораллы, прекрасно! Друзья, где ваши фантазии? Все взрослые, все с детками. Дети, подсказывайте родителям. Или сами кричите. А что сейчас, говорит дельфин, синий цвет, море, наше любимое синее черное море. И последний штрих, теперь приступает Макс. Желтый цвет, солнце, наше любимое солнце, причина появления здесь туристов, солнце. Источник витамина D и вашего завидного загара. Поаплодируйте себе, молодцы, справились. Дельфины
Белухи. И сам тренер Белухи вынесет шедевр на нашу набережную. Анастасия, какие ваши намерения? Неужели вы собираетесь забрать ее себе? Не нужно этого делать. Не нужно, Анастасия. У вас Альфа бежал, пускай. А вы насладитесь, зарядитесь от картины. Не каждый день увидишь, как дельфины пишут картину. И нам осталось сделать последний штрих. Придумать название. Кто? Художественный подпол. Кто придумает название для картины? Помогает. Так и назовем. Вот кто первый, тот и выиграл. Я вас поздравляю. Эта картина достается вам. Солнечная Анапа. Поэтому не сидите в тишине. Принимайте самое активное участие. И таких невероятных образов можно стать обладателем картины. А вас картина ждет в сувенирном магазине за трибуной. Продолжаем. Сделать такое невероятное сальто. Ищите ответы в инстаграме Дельфинариум Криш. Взлетаем еще выше. Выходим на открытый космос. Кто готов, кто спелый, кто считает себя правнуком Баскова, поднимите руки. Просто поднимите руки, я сам вызову одного участника. Никакого самоуправства. Здесь мы давали уже картину. Теперь, послушай, нас часто ведущих упрекают, что мы все раздаем первым рядам и забываем. 2 секунды, Настенька. Все хотят приз от дельфина. Ой, тут все удивятся. Мама, а вы говорите.
просто выйти и спеть. Тут же бывает, что не это просто язык, не то, что песен будешь петь. Настенька, если ты не готова, то пожалуйста, беги быстрее. Дорогие друзья, сделайте глубокий выдох и наслаждайтесь вальсом «Черноморский алфавит». We are forever as one, here what remains, you're in my blood. From the cradle to the grave, I don't like to think about the pieces, all the cracks in the bricks that still remain. If I could breathe, Лето, Алексей Пушкарь, Дой, Макс!
пристального внимания, я расскажу о дополнительных услугах. Кто будет купаться, фотографироваться.